Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Елизавета Хмелева. Как эффективно распределить бюджетные средства? Вокруг этого непростого вопроса всегда много дискуссий. Стала эта тема основной и на заседании Кабинета министров. Расходов предстоит больше, чем ожидается доходов. Бюджет на предстоящий год в нашей республике получился с дефицитом. Общие параметры республиканского бюджета, предложенные в законе, в 2014 году составляют по доходам 31 миллиард 402,6 миллионов рублей, по расходам 34 миллиарда 571,5 миллионов рублей, дефицит 3 миллиарда 168,9 миллиона. Соответственно, дефицит находится в рамках параметров, утвержденных бюджетным кодексом. Пожалуйста, у кого какие вопросы, имеете право задавать, в протоколе зафиксируем, потом, чтобы не было никаких отговорок, вот в бюджете не предусмотрели, поэтому мы не можем, соответственно, исполнять. Вопросы действительно есть. Впрочем, от мучительного выбора, на что тратить в первую очередь, региональное правительство избавили на самом верху. Одна из основных целей и задач, которая стоит и предусмотрена сегодня в приоритетах расходов, это обеспечение реализации указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. По всем направлениям предусмотрена сумма более 4 миллиардов рублей, включая задачу по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, реконструкции строительства дошкольных учреждений и так далее. Также в данном проекте республиканского бюджета предусмотрены суммы для реализации мероприятий в рамках празднования 550-летия основания города Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области в соответствии с планом мероприятий. Зарплата бюджетникам и детские сады – траты первостепенные, однако не помешали бы дополнительные деньги школьному образованию. Ряд объектов в социальной сфере, Михаил Геннадьевич, как-то программа развития образования включена только в инвестиционной программе детские образовательные учреждения, да, это школьные. Нет, средних образовательных школ – это 7-8 позиций примерно по программе 2014 года. Это сделано специально с тем, чтобы вернуться в начале следующего года при уточнении бюджета или что-то мы иное закладываем. В правительстве отмечают, про школьников помнят, средства будут выделять при первой возможности. Бюджет сегодня сформирован достаточно жестко, то есть мы по уровню дефицита вышли на предельный уровень, который нам позволяет бюджетный кодекс, это 15% от собственных доходов. Но мы предполагаем, что по завершению, в общем-то, это ежегодно и в прошлом году, и позапрошлом происходило, то есть по завершению года, когда мы будем иметь итоги уже 2013 года, в том числе по доходам, и уточненный прогноз. Что касается сегодня, мы с точки зрения приоритетов по выполнению указов предусмотрели средства прежде всего на детские сады, чтобы, так сказать, уверенно продолжать эту программу. Переходящие объекты, безусловно, мы должны будем продолжать. Что касается новых объектов, будем смотреть по обстановке. Те средства, которые на строительство детских образовательных учреждений предусмотрены, которые высвобождаются, мы будем направлять на продолжение строительства школ и даже на новые. Есть у нас школы такие ветхие, так скажем, значит, я сам тоже лично посещал. Депутаты тоже посещаете по своим округам. Мы должны в ближайшей перспективе, конечно, завершить. Так или иначе, бюджет правительства одобрило. По прогнозам, дефицит с каждым годом будет сокращаться. Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Николай Яковлев, Республика. До начала заседания руководители министерств и ведомств подписали соглашение с фондом «Чувашия». Соглашение предполагает взаимодействие федеральных и региональных органов власти в борьбе с курением. Этот проект планируется к реализации в 2014 году. Президент фонда «Чувашия» Михаил Федотов считает, что курение должно быть запрещено везде. Конечно, мы сильны, когда объединяемся в один кулак и будем начинать действовать вместе. И в этом плане мы хотели бы предусмотреть межрегиональное взаимодействие по созданию механизма внедрения от федерального закона 15 субъектов Приволжского федерального округа. Чем меньше трудоспособного населения будет
участвовать в этой пагубной привычке, тем больше, я уверен, будет производительность труда у нас в экономике Чувашской Республики. А пропаганда здорового образа жизни тоже является приоритетным направлением деятельности. Но консолидированные действия всех структур власти, федеральных органов власти, государственных властей, государственных властей Чувашской Республики и общественных объединений, это, конечно, позволит еще более слаженно проводить работу против табака. И конечный результат, я думаю, будет улучшение здоровья населения Чувашской Республики. Еще одно соглашение подписали сегодня в Управлении Федеральной антимонопольной службы. Руководитель УФАС Вячеслав Борисов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Иванов договорились о взаимодействии. Предприниматели республики могут быть спокойны. Их права теперь будут защищены вдвойне. В рамках стратегии развития конкуренции антимонопольного регулирования предполагается возобновить институт предупреждения органов власти. Он уже существовал до 2010 года. Тогда антимонопольщики давали 45 дней на самостоятельное устранение недостатков. В 90% случаев так и было. И сегодня в УФАСе рассчитывают на то, что количество таких дел существенно сократится. Возможно, институт предупреждения органов власти появится уже к концу этого года. Мои встречи и обсуждения с представителями этих властей говорят о том, что они тоже ждут этого института предупреждения. Они ведь те, кто, по крайней мере, неумышленно допускают нарушения, да, а в силу определенных недостаточной компетентности сотрудников и так далее. Вот большинство нарушений именно в силу этого происходит антимонопольным законодательством. Они-то как бы готовы в рамках предупреждения все это устранить и быстро устранить. Но сегодня просто нет такого института для них. И как только это будет, мы думаем, что вместо, там, как по итогам прошлого года, 250 дел, у нас хорошо, если будет вообще где-то около 100 дел. В целом. Не все нарушения прав предпринимателей находятся в компетенции антимонопольной службы. Порой приходилось отказывать бизнесменам в защите их прав. Теперь в нашей республике нарушением прав предпринимателей со стороны властей будет заниматься бизнес-омбудсмен Владимир Иванов. Это подтверждает подписанное соглашение о взаимодействии между УФАС и защитником предпринимателей. А это исторический снимок. И какие хлопки. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. РЖД пересчитали стоимость строительства высокоскоростной железной дороги Москва-Казань. По информации РБК «Дели», магистраль подорожала на 140 миллиардов рублей. Стоимость дошла до 1 триллиона, 60% из которых выделит государство. Оно уже станет основным собственником проекта, передав всю инфраструктуру в аренду РЖД. Проект может не окупиться даже за расчетный срок 40 лет. Напомню, что длина магистрали Москва-Казань 770 километров. В распоряжении РБК «Дели» оказались организационная и финансовая модели проекта строительства ВСМ-2. Из документов следует, что стоимость строительства 1 километра дороги составит более 1 миллиарда рублей, вместо ранее предполагаемых 900 миллионов. 50 миллионов из этой суммы уйдет на закупку поездов. Опубликована и предварительная стоимость проезда. 3,5 часа дороги из Москвы до Казани обойдется в 3800 рублей. От Москвы до Чебоксар можно будет доехать за 3500. По новой магистрали могут быть запущены поезда «Сапсан» и скорые электрички. Считанные дни, чтобы определиться со своим будущим, точнее, со своим финансовым будущим. 30 сентября станет последним днем, когда можно будет подать заявление на государственное софинансирование пенсии. Что будет через 20, а то и 30 лет? В современном мире на эту тему задумываются в основном писатели-фантасты. Специалисты не устают напоминать, задуматься нужно всем, кто планирует получать пенсию. Чтобы как-то простимулировать граждан, правительство предпринимает различные меры. Одна из таких – так называемое государственное софинансирование. Человек платит дополнительные взносы на будущую пенсию, а государство эти самые взносы удваивает. Правда, здесь есть определенные границы. Взнос должен быть не меньше 2000 рублей в год. Однако удвоить государство может сумму не больше 12 тысяч. Участвовать в программе могут все россияне от 14 лет, независимо от трудовой занятости. Только вот как показывает практика, многие такой возможностью не только не воспользуются, но и толком об этом ничего не слышали. И это несмотря на усилия специалистов. За 2 года специалистами фонда проведено 1500 правовых часов и факультативных уроков в 437 учебных заведениях республики.
Был организован республиканский конкурс сочинений «Мое мнение», в котором приняло участие 310 старшеклассников и студентов из 134 образовательных учреждений республики. Вступили в программу софинансирования в Чувашии чуть более 180 тысяч человек. Сотрудники фонда отмечают, скорее всего, в самое ближайшее время количество желающих резко возрастет. Для тех, кто любит оставлять все на самый последний момент, этот самый момент наступил. Подать заявление можно до 30 сентября включительно. Кстати, сделать это можно не только в здании Пенсионного фонда республики. Перечислить хочу, через какие учреждения можно, значит, подать заявление. Конечно, в органах Пенсионного фонда это первое. Второе, из кредитных учреждений. Как кредитное учреждение, Сбербанк подписал с нами трансфер-агентское соглашение. Это не как НПФ, а как кредитное учреждение. Значит, подписали с нами из негосударственных пенсионных фондов. Вот Китфинанс, большой пенсионный фонд, НПФ РГС и Промагрофонд. В нашей республике еще вот 4 негосударственных пенсионных фонда, которые могут принять заявление. Самое главное, можно через портал, единый портал государственных услуг, подать это заявление. Полный список учреждений можно найти на сайте Государственного пенсионного фонда. Ольга Прычкина, Евгений Анисимов, Республика. Добровольцы вновь придут на помощь. 5 октября во всех регионах страны пройдет масштабная экологическая акция «Живи лес». В Чувашии экологический десант высадится на территории Заволжья. Все организационные моменты были обсуждены сегодня с представителями Министерства природных ресурсов и лесниками. 3 года назад в Заволжье огонь уничтожил более 4000 гектаров леса. Стихия причинила огромный урон. Чтобы восстановить былую красоту этих мест, недостаточно и 5 лет. Вся надежда на добровольцев. Новые саженцы удалось посадить на площади 1000 гектаров. Последняя экологическая акция здесь прошла весной. В ней приняли участие более 100 человек. На месте сгоревших деревьев посадили более 25 тысяч молодых сосен. Причем добровольцев собирали с помощью социальных сетей. В мае вот в количестве 100 человек, примерно волонтеров, также утром мы выехали в Заволжье. Ну, дело, на самом деле, для нас, для всех тоже было очень новое. В таких, ну, признаюсь и сам сказать, промышленных масштабах я деревья тоже не сажал. То есть был опыт там в школе, вот когда-то мы сажали. Но так, чтобы вот такими большими количествами, конечно, не сажал. Представители лесничества, представители Минприроды, то есть нам, всем участникам, объяснили технологию посадки. Организаторы очередной акции рассчитывают, что желающих принять участие в ней окажется еще больше. Неравнодушных просят зарегистрироваться на страничке в социальной сети ВКонтакте. На помощь лесу экологический десант отправится 5 октября. Сбор добровольцев объявлен у здания Министерства природных ресурсов в 8 часов. Саженцы для посадки уже вырастили в питомниках. Запланированы в этот день и другие мероприятия. В Чебоксарах будут разбиты новые аллеи и скверы. АллатРь уже больше 2 месяцев оберегает настоящая крепость. Новую стелу на въезде в город возвели по инициативе местного духовенства. Стена со сторожевой башней возвышается на краю оврага. Проект этого сооружения разработали за несколько месяцев по старинным эскизам. Насколько достоверно удалось воплотить в жизнь историю, оценили мои коллеги Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Величественную крепость многие уже называют визитной карточкой старинного города. Такого символа православному АллатРю действительно не хватало. Раньше на этом месте стоял обычный, ничем не примечательный указатель. Чтобы свое впечатление о городе туристы составляли уже въезжая сюда, был необходим особенный образ. Представители местного духовенства решили показать гостям частичку старинного АллатРя. Стену возводили на средства православного фонда. Чтобы она действительно была похоже на древнюю крепость, в отделке использовали башкирский камень. Оно же очень важно, первое знакомство, вот, по которому судят о городе, судят о людях, судят о том, что хотят эти люди. И, как мне кажется, что этот образ Звездных ворот, он как раз отражает чаяние многих аллатрцев, которые сегодня думают не только о хлебе насущном, но и о преемственности культурных традиций, исторических традиций, духовных традиций. Вот.
вот, думают о том, что они оставят своим детям, следующим поколениям. Внутри сторожевой башни колокол, на крыше ангел-хранитель. Возводя крепость, авторы решили, что эти стены должны не только украшать город, но и оберегать его. Продумывалась каждая мельчайшая деталь. Въездные ворота в Алатырь недаром стилизовали под крепость. Там, где сейчас располагается современный центр города, раньше и действительно существовала крепость. Здесь проживали в основном стрельцы. Об этом свидетельствует и алатырский герб. На мощных стенах стелы бойницы. Да и само сооружение расположено на берегу оврага, на возвышенности, как и в старину. Но возможно, что дело не ограничится только воротами на въезде в город. В будущем в центре Алатыря тоже планируют возвести крепость. Постепенно в городе возвращаются к своим истокам, чтобы развивать его дальше. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. 26 сентября в больницах, детских садах и школах столицы республики станет теплее. Соответствующее постановление о начале отопительного сезона пока только для детей и больных подписал сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. Такое распоряжение принято из-за резкого понижения среднесуточной температуры. Кроме того, по данным администрации, в столице завершились работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону. Спустя несколько дней тепло дадут в жилые дома и организации. Распоряжение главы столичной администрации вполне своевременно. По данным синоптиков, уже в пятницу днем ожидается лишь 6 градусов тепла. А по некоторым прогнозам может быть и мокрый снег. Правда, пугаться не стоит, на землю он не ляжет, успокаивают синоптики. Но все же одеться потеплее не мешает. Осень наступила, а значит, наступает и время выплаты налогов. Сбербанк предлагает сделать этот процесс максимально комфортным. Заплатить транспортный, имущественный или земельный налог можно, не выходя из дома. Более того, сейчас в Волговятском банке Сбербанка России стартовала акция «Оплати налоги в Сбербанк онлайн». И еще одна полезная информация – о гонках на скоростях. Трасса пролегает по улицам Новочебоксарска. Участники в боевом настроении. Однако, чтобы выиграть, им не нужно давить на газ. В первую очередь гонщики заводят свои телефоны и модемы. Компания «Мегафон» измерила скорость мобильного интернета в городе Спутники. Я же с вами прощаюсь до завтра. Всего вам доброго. До свидания. Так любой клиент, имеющий банковскую карту Сбербанка, может легко и быстро заплатить налоги через интернет-ресурс «Сбербанк онлайн», не выходя из дома или офиса. Комиссия при этом не взимается. Процесс совсем несложный, и заплатить можно в любое удобное время. Чтобы войти в личный кабинет, нужно получить логин и пароль к своей карте через любой банкомат Сбербанка. Потом зайти на сайт www.sberbank.ru в раздел «Сбербанк онлайн». На сегодняшний день у нас к услуге Сбербанк онлайн подключено практически 78 тысяч держателей банковских карт. При этом мы четко понимаем, что наш потенциал значительно больше. На сегодняшний день среди держателей карт это порядка 720 тысяч жителей Чувашской республики, из которых активно пользуются картами более 500 000 человек. Через удаленные каналы Сбербанка, то есть без обращения непосредственно к сотрудникам банка, за последние полгода прошло около 95% всех платежей в адрес налоговой инспекции. Хочу обратить внимание на возможность оплатить налоговые платежи или задолженность через использование нашего сервиса, в том числе, о чем было сегодня сказано, и в режиме онлайн. Для этого в закладке «Начислено» необходимо выбрать кнопочку «Оплатить начисление» и выбрать онлайн оплата. Если мы нажмем на Сбербанк, выберем, то у нас, соответственно, откроется сервис Сбербанк онлайн, благодаря которому, собственно, и можно оплатить те налоговые начисления, которые вы выбрали в нашем сервисе. Круг клиентов Сбербанка постоянно расширяется. Сегодня банковская карта используется не только в качестве зарплатной. С ее помощью можно воспользоваться всеми услугами банка. На сегодняшний день у нас 759 устройств самообслуживания в целом. И до конца года мы эту группировку, так скажем, доведем до 800 единиц. Соответственно, это то, что делает действительно Сбербанк не просто всегда рядом в качестве лозунга, а доступным с точки зрения именно возможности обслужиться недалеко от дома, либо по месту работы, либо находясь в торговых центрах, либо в других местах массового скопления.
Сбербанк в первую очередь заботится о безопасности клиентов. Главное предостережение – не вводить пароль для отмены или аннулирования операций. Пароли на эти операции могут запрашивать только мошенники. Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам и не просят отменить операции. Те, кто еще не успел самостоятельно подключиться к системе Сбербанк онлайн, могут сделать это в любом офисе с помощью банковских консультантов. Клиентов, которые зарегистрируются в Сбербанк онлайн и оплатят налоги до 31 октября, ждут оригинальные подарки. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Тест-драйв с участием независимых пользователей. Для компании «Мегафон» в Чувашии это стандартная процедура проверки качества мобильного интернета после проведения модернизации сети. Главное отличие таких мероприятий от плановых измерений – участие блогеров и журналистов. 24 сентября в рамках празднования Дня города тест-драйв мобильного интернета впервые прошел в Новочебоксарске. Две команды – блогеров и журналистов, одна из которых состояла из новочебоксарцев, вторая – из представителей столицы Чувашии – сошлись в мобильной битве. Места для замеров определялись с помощью заданий, которые приходили на электронную почту. Правильные ответы нужно было на скорость размещать в социальных сетях. Все задания были связаны с днем рождения и историей Новочебоксарска, поэтому местной команде пришлось проще. Доехать до производителя в пике. А, я знаю, это на 10-й пятилетке. В течение игры были проведены замеры скорости в центре города и на периферии, в промышленных районах и местах большого скопления людей. Результаты оказались достаточно стабильными. Скорость сравнима с скоростями города Чебоксары. С учетом того, что мы внедряем технологию Dual Carrier по всей республике, здесь скорости тоже достаточно высокие. Достигали скоростей 23-25 мегабит в секунду. Для конечного пользователя, безусловно, это скорости позволяют не только серфить в интернете, но и также скачивать большие объемы информации. Жители Новочебоксарска уже успели оценить связь не только посредством тест-драйва, но и пользуясь интернетом в повседневной жизни. Очень активно приходится перемещаться по Новочебоксарску, и всегда при этом включен смартфон, ты заходишь там в скайп, еще куда-то, ну, используешь мобильный интернет, и хочу сказать, что он здесь на достойном уровне, нет таких зон, где ты пропадаешь, из зоны видимости друзей, близких, коллег по работе, ты всегда на связи, Мегафон здесь очень шустрый, и это устраивает полностью меня как абонента Мегафона. Тест-драйв пролетел на одном дыхании. Мобильный интернет на высоких скоростях стал подарком жителям ко дню города. Новочебоксарцы надеются, что следующий тест будет на сети Мегафон уже нового поколения. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.